Появилась информация, о чем договорился арт-директор Ольги Бузовой Арам Арчер с Григорием Лепсом. На днях знаменитая телеведущая Бузова опубликовала в своем микроблоге совместный снимок с Григорием Лепсом. Под публикацией девушка написала неоднозначные фразы, такие как «начало положено», «все только начинается», также предупредив своих поклонников, что в дальнейшем будет еще больше. Близкий к окружению популярной певицы поделился, что обе стороны пришли к соглашению о совместной работе. Продюсерский центр Григория Лепса будет заниматься организацией концертов и гастролей Ольги Бузовой в следующем году. Стоит отметить, что 2 недели назад Бузова вместе с арт-директором Арамом Арчером составили график выступлений на будущий год. Ими также был запланирован гастрольный тур по Дальнему Востоку. По всей видимости, певица приготовила грандиозные планы на будущий год. Поэтому пришло время, когда организацию концертов должен был взять на себя профессиональный продюсерский центр. На данный момент официального подтверждения этой информации не поступило, но определенно Бузова и Лепс что-то затевают.